Привет, народ! В сегодняшнем видео печатаем небольшой настольный штатив для камеры. Модель скачана с сайта Thingiverse, ссылочка будет в описании. Проект интересен своей универсальностью, его можно использовать не только с камерой, но и с телефоном. Также его можно использовать как подставку для планшета. Скачанный файл хранит немало деталей, но, по-моему, здесь много лишнего. Отправляю на печать основные элементы конструкции. Нам понадобятся две более-менее крупные детали, это верхняя и нижняя часть, ну и четыре колена, с помощью которых будут эти две детали соединяться вместе. Печатал пластиком ABS, конечно же, не обошлось без мелких косяков, но в целом вышло неплохо. Основная часть деталей напечатана, убираю кайму и зачищаю края. Подгонка крепления пришлось немного повозиться. Пластик дал усадку и деталь не подходила по размеру. Немного поработав наждачной бумагой, все стало на место. Пока зачищал детали, принтер допечатал еще один нужный элемент, о котором я забыл, это шайбы. Вот теперь все печатные детали готовы, можно собирать конструкцию. В оригинальном проекте есть множество печатных резьбовых соединений. В своей сборке я использую металл. Конечно же, металлические болты и шпилька будут надежнее пластика. Верхняя часть, само крепление камеры, регулируется болтом и гайкой М5. Все остальные болты и шпилька М8. Приклеиваем ножки, и наш штатив «Универсальное крепление» готово.
но я в данный момент планирую использовать его только с камерой. Но если понадобится, скачаю крепление и подставку для планшета и телефона. Также есть универсальное крепление для экшн-камеры. Печатать я его не стал, камеру зафиксировал с помощью стандартных креплений из набора. Перед тем, как монтировать видео, попользовался им какое-то время и могу сказать, что штатив очень удобен. Если веду съемку на столе, к столу креплю его струбциной. Таким образом, имею возможность вынести камеру, выставить ее прямо сверху. Штативом я доволен. В общем, на этом буду заканчивать видео. Искренне надеюсь, что оно было полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте писать комментарии. На комментарии всегда отвечаю. До встречи в следующем видео. Всем пока!